иранские азербайджанцы, большинство иранских азербайджанцев всегда поддерживают духовного лидера и власть Ирана. Потому что, когда была война между Ираном и Ираком, Саддам Хусейн тоже надеялся, что там арабы будут воевать со стороны Ирака против власть Ирана. А наоборот, все было по-другому. Они защищали свои родины. И иранские азербайджанцы Ирана считают сейчас своим родином. И даже есть социальный видеоролик, что проводили журналисты опросы, иранские азербайджанцы всегда говорят и подтверждали, что мы не будем присоединиться к Азербайджану. Азербайджан отделился от нас. Сейчас, конечно, естественно, есть среди этих иранских азербайджанцев, есть такие люди тоже, что пантуркистским взглядом, они очень мало количества, и они ничего не могут изменить, и это ничего не будет повлиять иранскому политику. Наоборот, большинство количества Азербайджан, иранского азербайджанцев поддерживает Иран. И их желание создать большого Турана и создать объединиться иранцы и Азербайджан в себе, этого не получится.